нашим потрясающим артистам. Очень много различных талантов, и эти таланты проявляются не только в мини-витанцах. Если помните, в лекции дельфинов мы с вами говорили о том, что они рисуют картины. Рисуют они, держа кисточку во рту, и здесь ничего удивительного нет, поскольку иным образом рисовать дельфины чисто физически не могут. Но поскольку они различают цвета и оттенки цветов, нарисовать яркую картину для дельфина в общем-то не проблема. Но есть все же одно небольшое «но». Чтобы понять суть идеи и картину, вам, дорогие наши зрители, необходимо задействовать свою фантазию и воображение. Дело в том, что художники наши предпочитают такой стиль, как абстракционизм. И, соответственно, каждый из вас в данной картине сможет разглядеть нечто особенное, индивидуальное. Поэтому, дорогие друзья, фантазируйте себе на здоровье. Ну а главный плюс картины, естественно, в том, что она нарисована самыми добрыми и самыми обаятельными созданиями на планете. По этой причине, дорогие друзья, эта картина будет наделена позитивной энергетикой, и подобного рода художественные шедевры мы настоятельно рекомендуем иметь у себя дома. И сейчас, дорогие друзья, мы пройдем небольшой аукцион, и кому-нибудь из вас попытаемся эту картину определить. Ну а пока, дорогие друзья, давайте полюбуемся тем, что же сейчас получится у наших художников. Внимание на картину в руках у тренера. Необычное получилось. Сейчас попрошу картину принести ведущему, и, как мы и обещали,